Доброе утро, дорогие. Доброе Доброе утро, утро. Андрей Доброе утро, Андрей Александрович. Александрович. Итак, сегодня у нас понедельник, начало трудовой недели. Ну и Андрей Александрович уезжает в путешествие. Буквально через пару часиков. Ну давайте заострим внимание, как мы собираемся в дорогу. Для некоторых сборы в дорогу является таким своеобразным стрессом. Как бы ничего не забыть. Ну и обязательно забывается какой-то предмет нужный. Поэтому заранее надо закладочки закладывать. Надо анализировать, включать осознанно, что необходимо взять, а не весь гардероб. Как практика показывает, потом уже в путешествии, если из 7 нарядов 3 надели, это хорошо. Остальное – дополнительный груз, напряжение. Вдруг что-то понадобится. Ну, давайте рассмотрим идеальный вариант, как, например, в Китай съездить в паломничество и что с собой взять. Перелет из Москвы до Китая занимает 9 часов, поэтому сразу нужно подготовиться к полету. Если у вас слабенькие сосуды нижней конечности или там тромбофлебит, то специально есть гольфы, которые нужно надевать, чтобы компенсировать, сжимать сосуды и икроножные мышцы. Если 9 часов, это нагрузка на позвоночный столб, на шейный отдел, значит, надо надувную подушечку взять с собой. Да, там выдают пледы на международных рейсах и какие-то подушечки, но лучше всего свою подушечку, а плед потом вы добудете, как некоторые наши паломники, не стесняясь, так как все включено. При полете первым классом в обязательном порядке забирали с собой пледики. И они еще прохладными вечерами, когда мы катались по городам Китая, помогали нам, согревали нас в наших путешествиях, когда мы ездили на Шаолинь поездом, также утренние, ночные часы, ночью выезд в 12 ночи, в 6 часов утра мы уже приезжаем в пригороды Шаолиня, ну, такие небольшие городки, миллионники там. И пледы нам помогают. Ну, вот смотрим, просто даже вылет в Китай, уже нужно себя комфортно отправить в путешествие. Для этого все необходимое там выдают. Ну и какие-то свои нюансы нужно учитывать для того, чтобы комфортно перемещаться. Соответственно, нужно учитывать то, что дьюти-фри по дороге мы заходим, и тут уже индивидуальный контроль. Рюмку вина или бокальчик коньячка не забороняется выпить, хотя этот алкоголь могут разносить и на международных рейсах. Вот, ну, своя норма. Кому-то нравятся более веселые путешествия, кто-то замыкается, углубляется в себя. Но в таких самолетах чаще всего уже есть игровые приставки. Можно смотреть фильмы, играться в игрушки. Поэтому с собой специально плеер брать не нужно. Вы же в Китае едете, там все купите. Также не нужно брать с собой 3 телефона, ноутбук. Возьмите просто хорошо прокачанный телефон, где есть офлайн-карты, чтобы работали они. Но хочу вас обрадовать, что в Китае наши сети такие, ну не наши это сети, как WhatsApp, как Telegram-канал, как Instagram еще там работает, понятно. Но там есть одна внутренняя сеть, только одна единственная. Поэтому каждый раз, когда вы приезжаете в Китай, я отправляю только смс-сообщениями. Невозможно было отправлять картинки. Вот на ВКонтакте, например, ВКонтакте отправляешь только смс-сообщение. Но фотографии, видео не отправляется. Так что проблемы там существуют, но можно взять местную сим-карту и частично компенсироваться, быть на связи. Поэтому всякие зарядные, всякие прибамбасы, интересные новинки и штучки вы приобретете в Китае во время паломничества. Вот так грамотно собираемся в Китае. Что еще в Китае нужно взять? Взять нужно удобную обувь, так как мы приезжаем в страну, которую не знаем точно погодные условия, хотя мы понимаем, что в апреле месяце достаточно тепло, а в
сентябре месяце жарко, поэтому весна там начинается немножко раньше, по крайней мере, в Пекине. Вот, поэтому мы обязательно в порядке берем небольшую ветровочку, чтобы можно было там при подъеме на Китайскую стену утром, когда ветерочек дует, можно себя обезопасить. Ну, а чаще всего люди приезжают туда пошопиться. Поэтому обязательно полдня у нас обязательная программа. Мы ее выполняем, медитируем, посвящаемся, перемещаемся, обедаем. И вторая половина дня у нас свободный стиль. Шопинг, посещение жемчужного рынка, электроники. Ну и разные реплики. Есть специальные салоны отличных фирменных магазинов, где нет отличия от оригинала. Потом можно себе за 200 юаней, за 300 юаней купить. Это где-то 150 долларов, 120 долларов купить часы, которые стоят 5000 евро. Это будет прекрасный подарок, например, на ну, кому-то из хороших друзей, родных и близких. Такой интересный. Вот, поэтому чемоданчик должен быть пустой. Ветровочка, спортивная одежда. Можно взять с собой ночной костюм, пижаму. В этой пижаме можно появляться и в ресторанчике, и пойти в баньку сходить, и просто потусить по отелю. Вот, ничего лишнего не нужно брать. Да, головной убор какой-нибудь удобный. И ту косметику, которую вы предпочитаете, ну, пробнички в небольших количествах. Все остальное в Китае, в хороших отелях, в которых мы останавливаемся, предостаточно. Есть некоторые наши с удовольствием добывают тапочки, которые каждый день подкладывают, и мягкие, и тоненькие тапочки, что выручает нас в путешествиях, когда мы на поезде перемещаемся. Раз, переобулся в эти тапочки разовые, побегал, ну и потом домой перевезешь несколько пар, и они еще служат несколько лет. Вот так мы собираемся в Китай. Ну, а если вы собираетесь поехать на природу, то тоже определенный алгоритм существует. Вы же не будете брать с собой топор, пилу. Ну, если вы там не путешествуете на сплаве по Катуни, там свое оборудование. А здесь, когда вы едете в лес на пикничок, необходимо, конечно, определенные вещи с собой брать. Из одежды, и из оборудования, чтобы потом не бегать, бедные ветки не ломать, деревья не ломать, не тратить время попусту. О чем же мы говорим? О том удобстве, которое мы можем изначально обозначить, спланировать и не попадать под какие-то вот такие раздачи, когда ты прилетел в Китай и бежишь, или не в Китай, допустим, а в Египет, и бежишь покупать зубную пасту, щеточку, другие лежат, или плавки. Другие лежат, купаются, отдыхают, уже загорают, наслаждаются, а ты два дня бегаешь, никак не можешь себе найти, потому что лень было в спортмастер или в Декатлон зайти и выбрать простые, нужные, необходимые вещи в путешествии. То есть надо соломку подстелить. О чем речь? О том, что в лесу о лесе, а с девушками о девушках. О том, чтобы всему свое место, всему свое время и собирать чемодан дорогу – это особое искусство. Еще наблюдение, если вы берете вещи с собой, то группы вещей упаковывайте в пакеты. Если вы находитесь в путешествии и не всегда есть возможность где-то постирать одежду, потому что, ну, как моя сестрица сказала, полуавтомат, говорит, есть на Курае, когда они приехали из Мариуполя на Курай, и в Тандракуле спрашивают: а где здесь можно? Можно здесь у вас постирать? Можно. А что у вас есть? Полуавтомат. И вот дает тазик, набирается вода из крана холодной водой. Вот вам полуавтомат, стирайте. А вот для того, чтобы в любых условиях можно было быстренько простирать одежду, да, и одежда должна быть из такого материала, быстро сохнущего. Вот. И, соответственно, те пакеты, в которых одежда будет, они вам пригодятся для мусора где-то в отельчике, когда вы кушаете в помещении в своем там удобном номере, вот, пригодятся такие пакетики. Или постирать одежду, например. В пакет засунули брючки, чуть-чуть шампуни добавили, налили водички, замочили,
постирали. Очень удобно, да? Голь на выдумке хитра. Лайфхаки, как говорится. Различные наблюдения, которые нам помогают очень эффективно и качественно отдыхать, наслаждаться путешествием, все свое ношу с собой. Итак, дорогие, одежда упаковывается в пакетике, чемоданчик с брючной кладью или в багаже. Если в багаже, соответственно, тут можно разгуляться. Можно брать и кипятильничек с собой, можно брать и фен. Но лучше всего, если вы опытный турист, можете набрать в интернете, что вам отель предоставляет, какие услуги. Там написано фен. О, хорошо, уже фен с собой брать не будем. Или вы названиваете Андрею Александровичу и говорите: Андрей Александрович, у вас в Гоа там фен есть? Потому что неизвестно в том отеле, в котором мы можем поселиться, есть ли фен. А я говорю: да, есть два штучки. Наши туристы каждый раз приезжают с большими-большими чемоданами, переполненными вещами, потом начинают передаривать, раздаривать, разбрасывать, отдавать, дарить. Фены оставлять, кипятильнички оставлять. Ну и замечательно. И Андрей Александрович в шоколаде, у него все есть для наших паломников всегда. Поэтому, с одной стороны, это хорошо и замечательно, но телефон изобрели не сегодня. Поэтому легче все предупредить, чем предвосхитить какие-то вещи, чем потом решать эти задачи. Поэтому звоните, узнавайте, смотрите, и уже чемоданчик ваш становится легче. Для чего он становится легче? Для того, чтобы потом вкусности, прекрасные, красивые вещи, которые вам понравились, чтобы никто не отменял. Нам что-то нравится, набираешь эти предметы, которые потом будут напоминать вам о ваших путешествиях. Поставил предмет, и он транслирует эфирно. Посмотрел на него, закрыл глаза, и все, ты оказался в этом Китае. Посмотрел, например, закрыл глаза, и мгновенно на Аркаиме тебя перенесло, и ты опять окунулся в эту атмосферу энергии, подпитки, поддержки. Вот для чего чемоданы мы освобождаем от совершенно новых ярких впечатлений, нарядов, подарков. Я помню, как в Индию наша группа выезжала, и с перевесом у одной девушки 37 килограмм, а у одного мальчика 63 килограмма перевес. От тех 30, которые можно было с собой везти, у них еще сверху добавились. Как это происходило? Ну, мы знаем, что для того, чтобы не попадать под влияние предметов и вещей, мы ставим ладонь, открываем ее чуть ниже солнечного сплетения, делаем вдох, представляем, как поток желтого цвета нисходит. И на выдохе, концовке выдоха, ударяем кулаком. И тем самым энергия манипуры фиксируется. И мы не попадаем под влияние предмета, вещей, других людей. Но чтобы научиться этому, ну, пришлось им сначала один 70 килограмм купил подарков, а другая 40 килограмм купила подарков. Кто-то узнает себя. Так вот. И когда мы приезжаем уже на новое место, под золотому треугольнику Индии, когда путешествуем с группой, подъезжаем к следующему отелю или там подъезжаем к какой-то выставке, к какому-то месту красивому. Я говорю: так, дорогие паломники, сдают кошельки все Андрею Александровичу. И вот сдают мне кошельки, и они идут. Ну, думаю, ладно, уже кошельки забрали, на этой остановке их не загрузят. И все вижу, у них уже полный подол подарков, полная запазуха, 15 человек следом следует, требуют деньги, давай. И те, обреченно, улыбаясь тупенько, идут к автобусу, заходят, виновато смотрят на Андрея Александровича и говорят: Андрей Александрович, надо их отпустить, расплатиться, мы не можем ехать. Ну, и отдаешь. И учишь потом, что вот берешь и зафиксировал манипуру для того, чтобы останавливаться от пустых ненужных трат. Вот таким образом мы два живых, кто продает, кто покупает, немножко отвлеклись. Но это путешествие, собираемся в путешествие, продолжаем путешествовать, двигаться и попадаем под разные влияния и воздействия. Вот как чемодан заполнить, да? Сначала его надо освободить, чтобы его заполнить. Вот таким образом наши путешественники очень опытные, не вовлекаются в пустое ненужное, берут только что нужное, необходимое. А еще у нас есть друзья и товарищи, которые: ой, привези мне слоника. И бедный несчастный паломник этого слоника 3 дня ищет.
в последний день, когда на чемодан собирать. Итак, всему свое место, всему свое время. Путешествие – это замечательное предвкушение ярких событий, интересных людей. Но нужно быть экипированным правильно. Надеть щиты защиты от травматизма. Желтого цвета поставить защиту. Представляем поток желтого света на выдохе, ставим над головой. Проговариваем целевую программу от физического травматизма. Легко удерживать все перегрузки дороги. Максимальная совместимость с окружающими людьми и пространством. Реализация в короткий срок без срока давности. Таким образом мы ставим защиту и контролируем себя в движении. Ну и перед тем, как надо выйти в путешествие, что мы делаем? Присаживаемся на дорожку. Вот приземлиться, все остановилось, все тормознулось, все заземлили, все сбросили. Прошлое прошло, предвкушение настоящего. И встаем и начинаем движение. Новым целям, новым задачам, новым впечатлениям ярким. Совершенно готовые, правильно, экипировка. Все нужные вещи собрали. Приготовили большой чемодан для ярких, мощных впечатлений. И путешествие начинается. Итак, дорогие, мы поговорили с вами, как нужно собираться в дорогу. Ну, просто несколько каких-то лайфхаков и наблюдений, которые нам полезны. Мы это знаем уже. Опытные путешественники. Итак, дорогие, в преддверии путешествия, поездки. Отличная неделя, красный свет. Раскладываем энергию на всю нашу трудовую неделю. Ну, а те, кто отдыхает, соответственно, еще лучше. Распределят энергию и будет наслаждаться жизнью. Представляем поток красного цвета сверху вдох. И во все тело выдох. Каждая клеточка наполняется красным светом. Представляем поток желтого цвета. И во все тело выдох. Поток зеленого цвета сверху вдох. Выдох. Красный, желтый, зеленый. Зеленый свет всем нам на этой неделе. Защита, здоровье, омоложение, стройность, красота, отличное настроение, прекрасный ритм. Сеанс завершился. Люблю, благодарю, исцеляю, защищаю. Намасте, дорогие. Намасте, благодарю. Андрей Александрович, благодарю. Благодарю. Намасте, Андрей Александрович. Благодарим, Андрей Александрович. Любим, благодарим вас, дорогой Андрей Александрович. Намасте. Отличного дня, прекрасной поездки, главное, безопасной. Благодарю вас. Намасте.